Здорово, дамы и господа, это домашний канал Верки и бесконечное лето. Продолжаем мы. У нас до сих пор пятый день, по-моему, да? Пятый день и поход. В этой серии мы отправляемся в поход. Торт мы с вами испекли, точнее нашли ингредиенты. Вот, и отправляемся в поход после ужина. Итак, дорогу осилит идущий. Эта поговорка крутилась у меня в голове всю дорогу до домика вожатой. Почему-то я даже не думал возражать, ссылаться на плохое самочувствие или попросту откосить без причины. События этого дня научили смирению. Хотя иногда смысл происходящего ускользал от меня. Войдя внутрь, я задумался. А что, собственно, собирать? У меня из вещей пальто да джинсы. К тому же забыл спросить, поход с ночевкой или без. В общем, делать было нечего, поэтому я на всякий случай захватил свитер, в котором попал сюда, ночью может быть холодно, и медленно поплелся в сторону площади. Там уже собрался весь лагерь, хотя до времени и назначенного Ольге Дмитриевне оставалось еще минут 10. Я примостился к краю и принялся терпеливо ждать. Вечерело. Если посмотреть на нас со стороны, то вырисовывается довольно забавная картина. Толпа пионеров, по привычке выстроившихся в шеренгу, словно ждет приказа молчаливого бронзового Генды. И все это в алых лучах заката. Вот он машет рукой с криком «В атаку!», и ревущие солдаты в красных галстуках сходятся в битве с невидимым противником. Впрочем, вместо Генды заговорила появившаяся Ольга Дмитриевна. «Вроде все на месте». «Отлично!» Я не мог подумать ни о чем, потому что за сегодня слишком устал и решил просто послушать вожатую. «Итак, сегодня мы отправляемся в поход. Важным для любого пионера является умение прийти на выручку товарищу, протянуть руку помощи в трудную минуту, просто спасти его в безвыходной ситуации, наконец. Всему этому нам с вами придется научиться». По толпе пионеров прибежал шепот, общий смысл которого был в том, что вся эта былинная экспедиция закончится в паре сотен метров от лагеря около костра. Почему-то и мне казалось так же. «Идти будем парами. Так что, если вы еще не выбрали себе партнера, сейчас самое время». Пионеры начали быстро группироваться подвое. Похоже, пара не нашлось только для меня. Лавия о чем-то увлеченно разговаривала с Ольгой Дмитриевной, Лена с Мику, электроник, естественно, с Шуриком. «Может быть, идти одному не так уж и плохо?» «Семен!» Голос вожатый вывел меня из раздумий. Я нехотя подошел к ней. «Тебе пары не нашлось, как я погляжу?» «Видимо, так». «Тогда пойдешь с Женей, она тоже без пары». На меня нахлынуло то особенное отчаяние, в которое может впасть только одинокий человек. То есть, получается, я настолько же оказался никому не нужен, как и библиотекарша Йети, провести с которой наедине пару часов я не согласился бы даже за деньги. Блин. Если честно, я бы с Леной бы провел. Вроде как мы там что-то с ней шуры-муры мутили. Впрочем, сейчас мы находимся в разных условиях. Я медленно подошел к Жене. «По ходу дела нам с тобой идти». Она подняла на меня глаза. «Только не думай, что я рада», — серьезно сказала Женя. «А с чего тебе радоваться?» — наивно спросил я. «Неважно. Будет еще лучше, если ты помолчишь». «Куда уже лучше». Она развернулась и направилась за остальными пионерами. Я не видел никакого потаенного смысла идти парами. В конце концов, наш путь пролегал по исхоженным лесным тропинкам, и заблудиться здесь было весьма проблематично, даже при желании. Более того, мы шли уже полчаса, но не прорывались вглубь леса, ища опасностей, которые помогут проверить нашу храбрость и закалить нас в пионерский дух, а попросту ходили кругами. Впрочем, если учесть, что нашим вожаком была Ольга Дмитриевна,
Такой поход можно считать броском хоббитов из Шира в Мордор. Как и просила Женя, я шел молча на некотором расстоянии от нее. Библиотекаршу, похоже, это несколько смущало. А, нисколько не смущало. Слушай, а ты не знаешь, когда мы уже придем? Придем куда? Ну, туда, где планируем разбить лагерь. Смысл похода не в лагере, а в ходьбе пешком. Ты ничего не понимаешь. Да, в походах я и вправду ничего не понимал. Ну, наверное, но все же. Не знаю. Резко ответила она и ускорила шаг. Я догнал ее и спросил. Слушай, а почему ты всегда... Я хотел сказать злая, но осекся. Я же тебе ничего плохого не делал, не собираюсь. Она удивленно посмотрела на меня. Какая? Ну, нелюдимая, что ли. Или это ты только со мной так? Опять ты чушь какую-то несешь. Как знаешь. Я решил больше не заговаривать с ней первым до конца похода. Окей. Наконец Ольга Дмитриевна решила, что пора заканчивать наше похождение по мукам. Здесь сделаем привал. Местом стоянки была выбрана довольно большая поляна, на которой лежало полукругом несколько деревьев, образуя что-то вроде импровизированной беседки, посередине которой была выжжена земля, а валялись угли от костра. По всему заметно, что такие походы – традиция лагеря. Меня вместе с остальными парнями отправили на поиски дров. Это не заняло много времени, так как вокруг валялось огромное количество веток и бревен разного размера. В конце концов, с помощью каких-то газет Ольга Дмитриевна разожгла костер. Мне было очень интересно почитать, что в них пишут, но ничего кроме советской символики я разглядеть не смог. Пионеры расселись на бревнах и начали говорить кто о чем. Похоже, конечная цель всего этого мероприятия была достигнута. Не хватает только котелка сухой, алюминиевых чашек с водкой и гитары. Впрочем, я бы не удивился, если бы и все это откуда-нибудь здесь появилось. О чем думаешь? Ко мне подсела Славя. Да так, ни о чем. Наслаждаюсь походом. Сивизил я. Что-то не похоже. Ну, от радости прыгать не готов, ты уж извини. Ладно, не буду тебе мешать. Она еще некоторое время посидела рядом, но, поняв, что я не очень настроен разговаривать, оставила меня наслаждаться рефлексиями в одиночестве. Или рефлексиями. Мне хотелось лишь поскорее улечься в постель и заснуть. Но вместо этого я все больше пропитывался дымом от костра и пустой болтовней окружающих. Пионеры веселились, смеялись, в общем, наслаждались теплым летним вечером. В дальнем конце поляны я увидел Лену, которая о чем-то оживленно спорила с Алисой. Оживленно. И Лена... Понятия несовместимые, так мне показалось. Славя, похоже, после разговора со мной куда-то ушла. Электроник Шуриком что-то яростно доказывали Ольге Дмитриевне. Кажется, только я был лишним на этом празднике жизни. Так, попытаться узнать, о чем спорят Лена и Алиса, не делать ничего и просто сидеть. Ну а что просто сидеть, да? Давай попробуем. Хотя, с другой стороны, какая разница? Я просто посмотрел на огонь. Говорят, что на него, как и на воду, можно смотреть бесконечно. Но была и какая-то третья вещь. Какая же? Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как работают другие люди. Вожатый вывел меня из задумчивости. Семен, тебе не кажется, что ты расслабился слишком рано? А что мне еще нужно сделать? Я искренне не понимал, чего от меня хочет Ольга Дмитриевна. Не знаю. Она замолчала на минуту. Но если что-то будет нужно, то сделай обязательно. В смысле? Вожатая как-то двусмысленно улыбнулась и подошла к костру, чтобы подкинуть веток. После этих слов я окончательно убедился, что состою у нее на положении раба. Или в крайнем случае бесплатной рабочей силы, что в общем-то одно и то же. Я вздохнул, опустил голову на руки и понадеялся, что мои мучения закончены. Кто-то похлопал меня по плечу. Я поднял глаза и увидел Шурика и Электроника, севших рядом. «Чего вам?» — устало спросил я. — Не грусти!
А что еще остается? Слушай, мы сейчас с Ольгой Дмитриевной обсуждали перспективы развития кружка кибернетики. И такое дело, нам не хватает членов. Если бы ты... Ну да, два члена это мало, наверное, да? Для целого кружка кибернетики. Он замялся. Развитие и эти ребята несовместимые понятия. Я ничего не ответил, начал осматривать окружающих меня пионеров. Ну? У меня времени нет. Видите, как я постоянно занят поручениями вожатой? Да, пожалуй, ты прав. Неудобно сегодня с Ульяной получилось. Я удивленно посмотрел на него. Похоже, Шурик чувствует себя виноватым в том инциденте с тортом. Не очень, да. Все пионеры вроде бы были тут, но я никак не мог найти Славе. Мне кажется, что она злится на меня. Что? Рассеянно спросил я. Ульяна, может, стоит извиниться? Да нет, тут никакой твоей вины. Мы сидели молча еще какое-то время, после чего я встал и сказал. Ноги затекли, пойду пройдусь. Они ничего не ответили. Я несколько раз обошел импровизированный лагерь, но, ловя на себе пристальные взгляды, вожатый, похоже, Ольге Дмитриевне не терпелось придумать для меня какое-нибудь занятие. Да, что пристал-то вообще? Клавию я так и не нашел. Может, стоит отправиться на поиски? С другой стороны, вспоминая расстроенное лицо Ульянки, мне становилось ее даже жаль. Может, поход и не самое лучшее развлечение, но сидеть одной тоже удовольствие не ниже среднего. Но при всем при этом идти куда-то совершенно не хотелось. Так, попытаться найти Славию, пойти к Ульяне, просто сидеть. Блин. Славию. Ну, Ульянка, она... Там в лагере и по-любому в безопасности. Вот. А просто сидеть тоже как бы смысла нет. А вот Славя куда-то взяла, так и исчезла, короче. Может попытаться найти, может она как-то в беду попала. Я был абсолютно уверен, что со Славей все в порядке, поэтому решил никуда не ходить. В смысле? Пожалуй, на сегодня с меня хватит. Я сел на прежнее место и принялся терпеливо ждать конца похода, почти физически ощущая на себе взгляд вожатый. В смысле? Я выбрал, короче, Славю искать. Наконец она встала и объявила. А теперь давайте играть в города. Вообще ничего против я не имел. Игра как игра. Однако из-за этого поход неизбежно затянется. Пионеры расселись вокруг костра. Я заметил Лену и Алису, устроившихся на бревне напротив меня. Похоже, все в порядке. Еще пару минут назад, глядя на их ссору, я думал совсем по-другому. Хотя всякое может быть. Очень хотелось узнать, о чем они говорили, но сейчас это не представлялось возможным, да и усталость все отчетливо заявляла о себе. В голове было совершенно пусто. Точнее, она была настолько тяжелой, что в ней не оставалось пространства для развертывания идей. Если в лучшие времена мой мозг представляет из себя широкую автостраду, по которой с бешеной скоростью проносятся миллионы мыслей, обгоняя, подрезая друг друга, устраивая чудовищные аварии, то сейчас... Он не более чем затерянная в лесу тропинка, по которой ходит только в случае крайней необходимости. В смысле, я не могу понять, я выбрал, короче, поиски Славия, а где? Славия так и не появилась. Может, у него возникли какие-то дела? Впрочем, сейчас, опять же, я никак этого узнать не мог. Итак, начнем. Москва. Пионеры называли различные города. Наконец, очередь дошла и до меня. Я старался слушать, чтобы не пропустить первую букву своего города. Архангельск. Игра сделала несколько кругов. С каждым новым названием мне все тяжелее было запоминать все, что говорили до этого. Внимание рассеивалось, и я терялся в разнообразных столицах, городах-миллионниках, деревнях и поселках городского типа. Семен, Семен, твоя очередь. Семен. Ольга Дмитриевна вернула меня к реальности. Простите, а что было до меня? Опять ты где-то в облаках витаешь. Севастополь был. Тогда Лондон. Было уже. Ну, тогда я задумался. Городов на букву «Л» в мире множество, но сейчас хотя бы один из них вспомнить непросто. Ливерпуль? Было. Лос-Анджелес? Наконец-то. Она несколько презрительно посмотрела на меня, и игра продолжилась. Наверное, еще одного города на «Л» я бы не выдержал, но, к счастью, это... Он стал последним.
Ладно, пожалуй, хватит на сегодня. Уже поздно, пора возвращаться. Я с облегчением вздохнул. Назад мы шли уже не парами, а как придется. Так. Я вот не могу понять, почему я не пошел искать Славе. Что за дичь? А, на лагерь опустилась ночь. Совершенно обычная и ничем не примечательная. Одна из тех ночей, когда и темное небо, и звезды, и полумесяц не вызывают никаких особенных эмоций, а стрекотание свечков и пение ночных птиц кажется скорее обыденной работой, чем очарованием Ноктюрна. Вскоре все пионеры построились на площади. Время уже было позднее, усталость давала о себе знать, поэтому линейка получилась не очень ровная. Мне она больше напомнила строй викингов после удачного сражения. Воины довольны, улыбаются, ждут возвращения к семьям и уже не задумываются о правильном боевом порядке. Хотя, с другой стороны, можно было увидеть в них и разбитый на голову отряд. Небольшую горстку уцелевших из последних сил, совершающих бросок к родным землям. Всем спасибо! А теперь марш спать, поздно уже. Пионеры быстро разбрелись кто куда, и я остался вдвоем с вожатой. И нам пора. До домика Ольги Дмитриевны мы шли молча. Все, спать! Сказала она, гася свет. Я долго ворочался, прокручивал в голове все события сегодняшнего дня. С одной стороны, усталость одолевала. С другой, мне казалось, что я что-то забыл, что-то не сделал, что-то не так сказал. И это чувство незаконченности терзало меня. Был уже второй час ночи. Все плохое имеет свойство заканчиваться. И хотя бы делать перерыв. Я погрузился в сон. В любом, когда дичь опять будет сниться. А нет, смотри, день шестой. Не знаю, насколько времени было, когда Ольга Дмитриевна разбудила меня, но еще даже не открыв глаза, я почувствовал приближение смерти. Все тело болело, голова кружилась, сознание заволокла мутная дымка. Семен, вставай немедленно, а то пропустишь завтрак, а главное – линейку. Похоже, вожатая сегодня намеревалась использовать меня по полной. Я что-то нечленораздельно промычал, закрылся одеялом с головой и отвернулся к стене. В конце концов, гнев Ольги Дмитриевны все равно останется только на уровне слов. По крайней мере, тогда очень хотелось в это верить. И если ты сейчас же не встанешь... Я уже собирался торжествующе сказать то что, но промолчал. Не из страха, а из-за того, что было просто лень открывать рот. Действительно, и что она мне сделает? Устроит общественное порицание перед всем лагерем? Повесит мой портрет на доску позора? Или проведет надо мной нечеловеческие инопланетные эксперименты? Что же, сейчас я готов и на это, лишь бы поспать еще пару часов. Ладно, но если опоздаешь не линейку... Вожатый захлопнул дверь и начавший было слабеть сон, тут же вновь заявил права на мое сознание. Проснулся я от яркого света, бившего глаза. Судя по мобильнику, работавшему на последних электронной зарядке, было уже первый час. Как ни странно, тело не болело, в голове прояснилось, и вообще день начинался неплохо. Помахав руками и изображая зарядку, я выскочил из домика и направился к умывальнику. Да, завтрак проспал, зато скоро обед, так что волноваться о том, что как вчера придется хоть голодным, а ходить голодным не стоит. По дороге мне встретился пионер, лицо которого показалось очень почему-то знакомым. Смотри, какой-то новенький что ли. Но я шел так быстро, что не успел его рассмотреть, а когда обернулся, он уже скрылся за поворотом. Около умывальников никого не было. Наверное, все заняты своими делами, поручениями Ольги Дмитриевны и бог весь чем еще. Я быстро почистил зубы, ополоснул лицо и уже собирался уходить, как вдруг услышал шум воды, потекший из крана напротив. Там стоял пионер, склонившись над умывальником.
Его лица я не видел, но по фигуре он был похож на того, которого я встретил пару минут назад. «Как утро! Солнце какое яркое!» Я посмотрел на небо, прикрыв глаза ладонью. «Да ничего». Разглядеть пионер получше было непросто. Он стоял так, что яркий солнечный свет, отражаясь от воды и блестящего металла умывальников, словно выжигал его лицо и не давал разобрать ни единой черты. «Сегодня вожатая злая. Ух, злая!» Голос его тоже казался до боли знакомым. «Как всегда, впрочем. Ну, тебе лучше знать, да?» Я пытался вспомнить, слышал ли я этот голос здесь раньше и видел ли вообще этого пионера. «Ладно, бывай!» Он закрыл воду и быстрыми шагами направился в сторону лесной тропинки. На секунду у меня возникла мысль пойти за ним, остановить, но я быстро отогнал ее, решив, что не стоит портить всякими подозрениями и тягостными домыслами такое прекрасное утро. Природа горела ярким огнем жизни. Пышные кроны деревьев мирно покачивались на ветру, что-то нашептывая друг другу. Легкий ветерок нежно поглаживал высокую изумрудную траву. В тени, спасаясь от полуденного зноя, ворковали птицы. А леса и поля, уходящие под горизонт, растворялись в теплом солнечном свете. Не знаю, какой месяц на дворе, но похоже, сейчас середина лета. Мне отчетливо вспомнилось детство, юношество, летние каникулы, время веселых забав и беззаботной радости. Детские игры, сколько их было. Я бы сейчас не отказался поиграть в войнушку или прятки. Или покачаться на тарзанке. А может построить замок из песка и населить его игрушечными воинами, готовыми защищать своего повелителя до последней капли своей пластмассовой крови. Блин, я бы не знаю, я бы на его месте пошел за этим пионером, как бы узнать. Ну, если... ему показалось там что-то странное, да, или что-то такое. Может, этот пионер бы наткнул на разгадку, почему мы здесь и как вообще, что происходит. Я вышел на площадь и сел на лавочку, дожидаясь обеда. Судя по всему, до него оставалось не так уж и много времени. Мимо меня иногда проходили пионеры, кто поодиночке, а кто и вдвоем, втроем. Но все незнакомые. Алисы, Ульяны, Лены, Славе видно не было. В мозгу кружились мысли о бессмысленности существования, которые в столь прекрасный день меня совсем не волновали. Подумать только, кому в голову придет горевать о своей зря прожитой или рано потерянной жизни, греясь в лучах столь приветливого солнца? Точно не мне. Я посмотрел на Генду. Он, как всегда, был задумчив. Вот у него точно никаких лишних сомнений не бывает. Вспомнились первые часы в этом лагере, и день до того тоска, тревога и страх. Сейчас все это кажется далеким, хоть и прошло всего ничего. Выберусь я отсюда или нет? Меня это уже волновало не так, как раньше. Может, я вообще уже умер? Тогда здесь последняя остановка, просьба освободить вагоны. «О чем думаешь?» Опять этот чувак. Я поднял взгляд и увидел того самого пионера. Лица опять разглядеть не удалось, так как солнце светило мне в глаза. Да пипец ты, мой. Да так, о жизни. Казалось, он сейчас присядет рядом, но пионер остался стоять на прежнем месте, лишь повернувшись ко мне в полоборота, что окончательно убило надежду рассмотреть его лицо. «Слушай, а мы раньше не встречались? Что-то я тебя не помню». «Скажем так, ты знаешь, кто я». «Ну, я же не знаю». Я искренне засмеялся. «Именно здесь нет», — коротко ответил он. «Ясно». Честно говоря, я не то чтобы не был настроен разговаривать, просто совсем не знал о чем. Но в душе было так спокойно, что это меня и не волновало. «Ты первый раз здесь?» Его слова прозвучали как вопрос, но при этом интонация была скорее утвердительной. «Да, а ты?» «Я?» Он замолчал на несколько секунд. «Нет, я не первый раз здесь. Можно сказать, езжу каждый год с самого детства». Такой ответ меня заинтересовал. «И?» «Как тут раньше было?» «Так же. Ольга Дмитриевна, вожатая, те же пионеры, те же линейки по утрам и всякие дурные происшествия». Я на мгновение показалось, что сейчас говорил я, а не он. «Так может, по-любому это...
главный герой есть, типа. Короче, я запутался. Любопытно. Разве что с каждым... Он замялся. Годом происходит все больше интересных вещей. Начинаешь лучше понимать, что к чему. О чем? Разговор все живее интересовал меня. Жаль только, что лица пионера разглядеть не было ни малейшей возможности. Ну, каждая смена в пионерлагере похожа на предыдущую. Спокойно сказал он. Наверное. Я первый раз. Это заметно. Пионер ухмыльнулся. Но, похоже, далеко не последний. Ну, здесь, конечно, весело, но... Знаешь, как говорится, в гостях хорошо, а домой еще надо вернуться. Теперь я был абсолютно точно уверен, что этот парень что-то скрывает. Точнее, он слишком сильно выбивался из общей обыденности лагеря и так был не похож на местных обитателей. Что ты имеешь в виду? Думаешь, я здесь навечно застрял, что ли? Чеканя каждое слово, произнес я. Пионер не успел ответить, так как заиграла обеденная музыка. Я повернул голову в сторону динамика, а когда вновь посмотрел на то место, где стоял парень, он уже исчез. Ну, как всегда, блин, на самом интересном месте. А мгновенно родились тысячи теорий и догадок, но я одернул себя, вспомнив всю кажущуюся нормальность этого лагеря. В конце концов, за эти 5 дней не произошло ничего сверхъестественного. Более того, все здесь казалось даже слишком натуральным, а порой и скучным. Может, и этот пионер ничего такого не имел в виду, а я просто не так понял его слова. Такими мыслями я направился в сторону столовой, намереваясь наесться от пуза. Иногда мне казалось, что обед здесь сродни толчи вокруг полевых кухонь во время голода. Пионеры бегали, толкая друг друга, стараясь первыми пролезть за едой и занять столик поудобнее. Я спокойно стоял и терпеливо ждал, когда повариха выдаст мне положенное пищевое довольствие. Сегодня на обед была окрошка. О, окрошка, хорошо. О, бейба, это хорошо. Не особо мной любимая и котлеты с картошкой. В смысле нелюбимая? О, бейба, вообще тема. И котлеты с картошкой тоже. Я сел в уголке и мысленно порадовался, что удастся спокойно поесть. Мой столик был самым дальним от кухни, так что можно небезосновательно надеяться, что до меня ищущие свободные места пионеры не доберутся. Или доберутся в последнюю очередь. Однако, когда я перешел ко второму, на горизонте появилась Славя, Шурик и Электроник. «Можно присесть?» Против их компании ничего не имел. «Конечно». Обед проходил на удивление спокойно. Даже Электроник не тараторил, как обычно. Наконец я закончил трапезу, развалился на стуле и довольно цокнул языком. «Слушайте, а вы не знаете случайно пионера?» «Сегодня видел. Ну, он такой...» Я вдруг понял, что я не знаю, как его толком описать. «Ну, ростом с меня, комплекцией такой же». «По такому описанию не поймешь», — улыбнулась Славя. «К тому же, тут пол лагеря таких, если уж на то пошло». В целом, они были правы. «А почему спрашиваешь?» «Просто встретился сегодня с ним. И показалось, что раньше его здесь не видел». «А ты посмотри в столовой. Не думаю, что он пропустит обед». «Как я сам не догадался». «Точно! Ладно, ребята, приятного аппетита». Я встал и неспешно начал прогуливаться вдоль рядов столиков. Вот сидят Лена и Женя. Я приветливо улыбнулся им. Алиса с Ульяной о чем-то спорят и смеются. Ольга Дмитриевна в окружении пионеров. Хорошо, что она меня не заметила. Свободных мест почти нет. Внутреннему парня нигде не видно. Ситуация становится все интересней. Похоже, здесь я его не найду. Может, пообедал уже? Я направился к выходу. На улице стояла такая жара, что, казалось, стоит выйти из тени, и ты мгновенно расплавишься. Окей, друзья. Так, давайте сохранимся. И незваного гостя мы будем искать уже в следующей серии. Вот. И... Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, обязательно комментируем. Вот. И с вами был Валерий. Всем пока.